Будущие педагоги и их наставники собрались в Таразе, чтобы выразить поддержку решению главы государства о проведении в этом году президентских выборов. Они уверены, что в условиях мировой нестабильности это будет верным шагом. Нецелесообразно проводить эти выборы в один год с парламентскими, считают они. Сегодня необходимо сосредоточить усилия парламента, правительства и всех казахстанцев на достижении главной цели – дальнейшем развитии нашей страны, говорят студенты и преподаватели вуза. Считаем, что это целесообразно. Это связано с тем, что сегодня наблюдается кризис в мировой экономике. Проведение мероприятий президентских выборов, парламентских выборов должны проходить последовательно, что не так сильно скажется на экономике нашего государства.